как настоящий шеф-повар, сейчас Лесечка Солнышко покажет вам профессиональный рецепт разделывания сырого лосося, как его посолить на брикетике. Погнали! Как фильм смотрели про шеф-поваров? Обожаю такие фильмы, да? Как я тащусь от этой красной рыбы. Итак, что нам нужно для засолки свежей рыбки красного лосося? Фольга, соль, которая очень подорожала. Ну и, конечно же, гвоздь программы – это сама рыбка. Погнали! Хоба! 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 Итак, первое действие, что мы делаем? Смотрите, она такая. Вот такая длинная, вот такая огромная. Вот почему выгодно в Коско покупать такую рыбу. Потому что здесь целый кило 300 за 56 тысяч. Давно хотела так сделать. Итак, промакиваем салфеточкой нашу рыбку. Блин, какая она вкусная. Обожаю, просто. Именно свежую, сырую, не соленую, не копченую. Разрезаем ее на шматочки. Вот так вот. Брикеты я делаю примерно вот такого размерчика. Вот. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Вы представляете? Шесть кусочков и вот такой маленький кусочек. Как это выгодно. И делайте салаты дома сколько хотите, сколько угодно. С зеленью, с огуречками и все такое. Все. Дальше. Погнали. Достаем нашу фольгу. Так, здесь она очень удобная. Это. Берем наш кусочек. Посмотрите, он какой прекрасный. Он просто прекрасный. Так, и обмазываем солью с двух сторон. Прям втираем хорошенечко. Вот так вот. И так продолжаем делать с каждым кусочком. Все, положили в холодильник. И ешьте сколько угодно, когда угодно. Остальные кусочки можете положить в морозильник. Потом доставать потихонечку. Всем приятного аппетита. Друзья мои, обращайтесь.